картошку, подготовили, почистили лук. Начинаем натирать картошку на крупную терку. После того, как картошка у нас готова, натерта, нам нужно мелко нарезать лук. Далее в нарезанный лук добавляем одно яйцо, затем второе яйцо. Соль, перец по вкусу, немного муки и будем перемешивать с картофелем. Добавили немного муки. Вместо соли добавили эмульгаторы, наши любимые усилители вкуса. Надеваем перчатки, начинаем замешивать наши ингредиенты. У нас должна быть получиться такая вот вязкая, чтобы можно было хорошо лепить, жижка. Тогда получатся очень вкусные драники, которые останется только поджарить.